Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об одном таинственном существе, которое было найдено недавно в Майнкрафте. Это частично новый миф Майнкрафта, который рассказывает о текстуре Стива, который очень сильно растянут, который не выглядит как моб или NPC. Это просто Стив, у которого нет лица и у которого сильно растянуты руки и ноги. Многие говорят, что это реальный дух в Майнкрафте, который может сломать вам компьютер. Его название – длинноногий Стив. Полное название – длинноногий 00145236. На телефоне этого мифа нет, только на Java-версиях, таких как 1.5.2, 1.4, их встречали. В первый раз он появился 28 мая 2020 года. Версии, на которых возможно его встретить – бета 1.4.1, бета 1.8.1 и релиз 1.5.2. История о нем. Один чел скачал пиратский Майнкрафт с интернета. Когда он каждый раз создавал новый мир, начинали происходить странные вещи. Генерировались на карте деревья с обрубленными наполовину листьями. По всему миру появлялись большие ямы. Также этот тип включал программу для записи экрана. Он всегда ее включал. Зачем включал, я не знаю. Возможно, для того, чтобы заснять эти странные вещи, происходящие в мире. А последние кадры шокировали его. За ним постоянно следило таинственное существо, которое было 4-4,5 блоков в высоту. Но он его нашел, когда пересматривал эти записи, так как когда он снимал, особого внимания он не обращал на всякие вещи. Это были последние записи, где он его видел. А также он сказал, то, что подходит к длинноногому, нельзя, иначе он уничтожит систему компьютера. Короче, парни, если подойдете к нему, майнкрафтится с ошибкой kill 3.0.14.52.36. Далее ему вылетел синий экран, и ему пришлось перестанавливать винду. Кстати, обратите внимание, номер ошибки используется в названии существа. В итоге этот парень удалил Майнкрафт. Также люди его встречали, когда вписывали сид 3.0.14.52.36. Говорят, что он обитает только на сиде 3.0.145.236. Если вы захотите проверить этот миф, я не виноват. Игроки и не игроки Майнкрафта разделились на 4 варианта, кто такой длинноногий Стив. Первый. Длинноногий Стив просто сказка. Второй. Реальный дух, который обитает в Майнкрафте. Третий. Это баг. Четвертый. Другое. Если вы встречали длинноногого, поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Пока.